Здравствуйте, меня зовут Александр Пуртов, мне уже 15 лет, и я учусь в 40-м киноколледже. Я разный. То есть я умею играть на фортепиано и гитаре, но также и на гуслях. Я обожаю читать книги Пелевина, но в то же время очень нравится серия «Дневник слабака». Из Пелевина, например, последний, это «Трансгуманизм инкорпорейтед», я из-за нее вот еле уснул. Замечательная книга. Я обожаю кататься на сапах, но при этом не назвал бы себя спортивным. Я очень люблю всех людей до единого, но ни одного не понимаю, тем более себя. Я разный. До свидания.